Утро второго дня. Ой, какого второго-то уж. Уже четвертый день пошел экспедиции. Утро выдалось тяжелым. Штурман мой спать, я так понимаю, не ложился. Как поедем, не знаю. Но посмотрим. Стоим на красивой излучине. Вот такой вот пляжик, правда, не очень. Заряжаются все гаджеты, потому что на ходу разряжаются они быстрее, чем идет зарядка. Ну, а в целом экспедиция идет нормально. Сегодня у нас должен быть, как это называется-то, ну, в общем, круговой маршрут. Мы стартуем из этого места и приезжаем сюда же. Ну, ее вытянули и отвезли в Калач музей. Я прям смотрел, по русской телевизии показывали. Дожди прикатились. Вот. Они тогда, люди, возмущаться начали. Они ее грузят и Воронеж, туда в музей, Кравицкий. В Воронеже дожди прикатились. Когда привез к себе, то их осветил, обрезал этого дождь. Осветил. На всякие пожарные случаи. Вот такие. Это жернова, ручник и ветряник мельник. Какие? Это вот масло такие. А потом пойдут немецкие вот такие, а потом пойдут вот такие с пауком. Приезжайте, говорят, реально канистры как у нас. Нет. Это мы у них собрали. Ну да, да, мы собрали. Конструкцию продолжили. Вот такие. Это разные итальянские подгранаты, медицинские итальянские. Это бочки, одна морская попалась. А тут печки. Печи немецкая, итальянская. Ставьте в бочках. Это солярка, бензины были, все, горючие масла. Вот. А потом печей не хватает, и они начинают сделать с бочек. Вот такие. Вот ящики, здесь даже написано, сколько патронов, немецкие патроны, этикетка. Отсюда есть, я оттуда этикетка. Ну, вот это тоже, видите, вот печь какая. Это то скобы. Остались только каски от разбитого врага. Дом как прежде, с той же лаской омывает берег. Это первая, 36-го года. Наша каска слабенькая. Да. 39-м спинами воевать. Слабая, очень слабая. Потом это румыны, это венгры. Если боясь, что сейчас такой будет, это венгры. Тоже мы румыны, что издевались. Вот. Это немецкая с ножками. Это в Первой мировой войне, они покороче еще. И одевалась бронеплита. Если он бежит, пуля не пробьет. Если он бежит, и пуля бьет ему в этот в лоб, то ему она тяжелая, вертава шеи. Потому что они их не пробивают. Например, выстрелы. Они уже, противник, уже на 300 метров. Тогда они вот это окошко закрывают на 800 метров, больше ударят. А поближе он ее откроет наполовину, когда выходит, уже не так. Чей это гранатомет? Итальянский. Ну, я гранатомет, он миномет называется. Маленький. Это еще, это немецкие мины. Мина-лягушка. Вот эта вот мина-лягушка. Посмотри, там их много различных. Вот. Там шарики. Там сотни шариков и несколько, раз, два, три, четыре этих взрывателя нажимного
И растяжечки были, если она стоит, вы не видите, это все равно по-другому подлежит. Это страшное. И такие были еще мины. Это в немцев мина. Лягушка, вот она бьет в землю, потом скапывает в очередную сторону и разрывается. Это страшно, все, все бьет. Это Катюша, снаряд с Катюши. У итальянцев был Ванюша, шестиствольный, то есть Ванюша. Были это упаковочки различные этих. Ну, вот это бронебойные снаряды, различные это взрыватели, машинки, которые подрывали мосты. Петровских времен ядра, это наш Дегтярева, это итальянский пулемет Бреда. Ну, вот. Это гестапо. Интересное, хочу еще показать. Да, это там на коробочке есть, знаете, для спички, чтобы не ломалось. Немец. У нас есть различные патроны. Да. У нас первый был патрон 891, 8 с тупой пули. Чего тут нет? Я рассказывал немного. Вот эта книжечка, да, еще угу. Подарочный новогодний. Я пройду потом археологию. Сейчас я тут проскочу. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ на свободную родину встанет. Так. Ну, по какой шикарной дороге проехали? Она не была ни на нашем предыдущем треке, ни на официальном треке. Да, проехали. Какой у нас день нашей экспедиции идет? Ты у меня спрашиваешь, у человека, который сутки не спал? Я думаю, примерно четвертый, да? Четвертый день, но пятый у нас. Потому что мы были в Воронеже еще. Ребята, кто меня слышит, меня тут спасите. Вот, да, сегодня я Диму помучил, он всю ночь не спал, а я его еще и весь день прокатал. Вот, были в музее, музейчик понравился, видео много сняли. Вот, вот наши тут ребята уже развлекаются, виндсерфинг какой-то поход дело начинается. Неожиданно. Да, на это мы сейчас посмотрим, конечно, что там будет. Ну, я думаю, вряд ли с парусом, скорее так. Так, просто на пузе. Так, палатки здесь оставляли, вроде даже на месте. Что у нас? Ну и, в общем-то, нормально. А, самое главное, приехал человек, который не существует. Это, ну точнее, существует, но которого никто никогда не видел. И мы его даже не потрогали. Да. Я хочу заметить, а что ты не поязвил-то? Че? Палатку снесло. А, палатку снесло. Я даже не видел, что ее пристегивал. Не, ну, да, я понял, да. Было штормовое предупреждение, но... 20 метров в секунду сдуло у меня один колокольчик. Да. В Богучаре, кстати, уже прохладно. Богучар вон в той стороне, наверное, сейчас и сюда дойдет. А у нас пока тепло. Вот. Сегодня весь день была жара, градусов 30. Купались на пляже в Богучаре. В общем, там готовится наша еда. Мы сейчас будем кушать.
сейчас будете наводить порядок, я нашла наш сейф. Кого-кого? Они открыты в себя. Ну вот эту, как она называется? Руколь, да, которая? Она в себя забирает. Просто швырни куда-нибудь. И вот это вот яблоко, они настолько отекли и опустили.